Есть кто дома? Кто здесь живет? Я в гости пришел. Это я, ваш сосед. Можно войти? Вы слышите этот храп? Он спит? Да! Сосед спит! Он проснулся! Что? Валим отсюда быстрее! Нет! Быстро, быстро! Всем привет, ребятки! Вы на канале Call Games, и сегодня мы с вами начнем играть уже в новую игру про соседа. Игра называется Angry Neighbor, и это такой своеобразный привет-сосед, только на смартфоне. Я в него еще не играл, но судя по музыке, это будет какой-то реальный ужастик. И сосед, походу, тоже будет здесь ужастиком. Поэтому давайте начнем же и проверим. Пошла загрузка. Да, смотрите, дом почти как у настоящего. Привет, сосед. Так, о, да, ребята, смотрите, это настоящий дом. Привет, соседа. Так, тачки здесь, ничего себе. А вот мой дом, да? Вот мой дом. Так, какое здесь управление? Что здесь нужно, как делать? Здесь стоит... Мне пока ключик. Опа. Так, я взял. А куда я его взял? Бинокль. Фонарик. А, я в рюкзак беру, да? Все. Так. Да, и походу с рюкзака вот сюда. Опа, опа. Хорошо. Так, ключ. Ключ, ключ. Взять можно. Хорошо. Бинокль, ну-ка. О, я выбросил бинокль. А как им пользоваться-то? Подожди. Бинокль, иди сюда. Так, так, давай разбираться. Берем. Эй, машина! Ты че, куда ты вообще едешь? Смотри, куда едешь вообще. Ну, у меня здесь нету ничего. Так, ну я не могу посмотреть, ребят. Могу прыгнуть, а как смотреть в бинокль? Я не знаю, зачем он мне вообще тогда. Ну да ладно. Давай возьмем мы ключ и пошли. Мне показывает, что я должен зайти к себе домой. Так. Но пока что здесь все так хорошо, солнечная погодка, сосед там что-то дымится, труба. Ладно. Что такое? Чего? Опа. Вырубили что-то. Давай откроем. Опа, открыли. Все нормально. А зачем выключить это надо было? Давай включим обратно. Ладно, закрыть. О, включил. А, было выключено. Я включу. Давай. Все. Нормально. Не знаю, для чего, но так надо. Спать? Че? Зачем мне спать? Я не хочу спать. Я хочу съесть что-нибудь. Так, ничего нету здесь. Картины. Так. Соседа нигде не видно пока что. Ладно. Давай посмотрим хотя бы, что у меня в доме. Ты даже... Опачки, это что, у меня в доме секреты еще? От самого же себя, что ли? Коробки какие-то беру. Ладно. Пошли. Ну все, больше ничего. Спать только могу. Не хочу я спать. То я, наверное, лягу спать, потом еще ночь на... О, мусорный бак взял. Хорошо. А это что такое? Что сосед здесь настроил? Смотрите, это его трон? Это трон соседа, что ли? Ничего себе. Да, ребята. Это точно. Здесь живет странный сосед. Так. Домина у него классная. Заколочена дверь! Подожди. Он точно здесь живет? А? Так, так, давай посмотрим. Вот труба-то дымится. Почему здесь все заколочено? Вот он! Вон он идет, ребята! Вот этот сосед! Какой же он страшный! И почему-то он идет на одном месте. Это какой-то непорядок. Вы видите его? Он ходит. Он занимается ходьбой на месте. Это просто ужаснейший сосед, которого я видел. Так, ладно. Что у нас здесь есть? Хорошо, что он пока ходит на месте. Но здесь все заколочено. Как сюда пробраться? Это манекен. Это манекен, они... Они что-то шепчут, вообще ужас! У меня мурашки по коже пошли. Они... Они что-то... А там здоровенный! Ой-ой-ой, надо уходить отсюда. Где этот сосед? Вон сосед. Вон он, ребята, он идет куда-то. Просто на месте. Ладно. А вот это его трон. Вы представляете, он забирается сюда и наблюдает. За этими машинами и за моим домом.
Ужасы, ужасы. Но я не могу к нему пробраться, здесь все заколочено. Вот он, я открыл дверь. Мне нужен лом. Мне нужен лом, чтобы это разобрать. Сосед, ты нормальный вообще? Что-то мне кажется, он не очень нормальный. Судя по его виду, еще и по его носу, это вообще какой-то ужас. Это не открывается штука? Ладно, пошли домой. Кстати, мне говорят, нужно сп... А, вон наверху у меня бинокль стоит какой. Давай откроем. Здесь открывается вообще тачка моя? Кстати, машина, как вам, моя, нормальная, да, вроде бы? Так, что-то еще пособирал. Не знаю, собираю. Ладно, говорят, мне нужно спать. Знаешь, пошли спать. Так, как мне тут спать лечь? Как мне лечь спать? Ну? Что это? Что значит спать? И как спать? Это я не понял. Эй! Что? Как спать? Ну? Я не знаю, ребята. Ладно, короче, спать мы не будем, походу. Мне нужен лом. Я пошел искать лом. Где его искать, не знаю. Может, здесь где есть? Может, у меня уже в рюкзаке есть? Нет. Есть еда там всякая, но лома нету. Ладно, пошли. Значит, походим. Здесь у соседа что-нибудь поищем. Коробки. Все заколочено. Лом здесь валяется где-нибудь? Непонятно. Как-то не очень все понятно. Так, у меня переполнен инвентарь. Давайте, я не знаю что. Давайте радио себе возьмем. Так? Вот. На, сосед, слушай радио. Как к нему забраться? Трон тут поломать может. Не ломается трон. Значит, где-то у меня будет ломик валяться. Может, тут вообще не лом нужен? Что мне тут еще... А, подожди. А что эта штука делала-то, а? Что я включил? Свет включил, выключил. Как спать? О, вот как надо было. И что дальше? Я поспал. Пошли. О, смотри, я поспал. И здесь сосед все окна себе разгородил, убрал все доски. Ничего себе. За ночь, да? Ладно, хорошо. Это круто. Пошли. Так. И он теперь здесь не ходит. Так. Эй, есть кто дома? Кто здесь живет? Я в гости пришел. Это я, ваш сосед. Можно войти? Так. О, что здесь? Ничего себе. Все двери на замках. Вы слышите этот храп? Он спит? Да! Сосед спит! Он проснулся! Что? Валим отсюда быстрее! Нет! Быстро! Что? Сосед спал, проснулся. Он идет за мной! Нет, не за мной. Пошел наверх. Давай, иди наверх, иди. Я должен пробраться в твою спальню. Он просто выбил дверь с ноги. Ничего себе. Опасный. Так, а прятаться я могу вообще как-то здесь? Здесь ничего нету. Здесь тоже. Будильник есть. О, ключ. Я нашел ключ и заберем будильник. На всякий случай. Чтобы он не будил соседа. Так. Холодильник. Ничего тут нету. Здесь. Это посудомоечная, что ли? О, прости, сосед, я кастрюлю у тебя еще забрал. Хорошо. Пошли дальше. Опа. Что за звуки? Там что-то бурлит. Здесь что-то рядом бурлит. Котел какой-то. А вот, да, вот этот котел. Ну-ка, откроем. Я могу это сделать вообще? Подожди, а что не могу я открыть? Вентиль. А здесь могу... О, ничего себе. И что теперь? Я могу здесь что-то сжечь? Например, будильник. Так, проверим. Или кастрюлю лучше. Ну, давай.
Нет, не получилось. Будильник давай. Все. Нет! Он поймал меня. И у меня ничего, я ключ потерял. Я все потерял. И эта музыка ужасная. Он меня поймал. Так. Почему у меня ключ пропал? И где его искать? Я вообще не понимаю. Котел открыл. Опа. Он телек смотрит. Он смотрит телевизор, ребята. Сосед смотрит телевизор. Смотрите, что там показывает. Вот этот ужасный сосед. Я подобрался к нему сзади. Вы просто посмотрите на него. Я не знаю, что он здесь смотрит. Это... О, нет, 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 нет. Все, я больше не буду так делать. Сосед, я больше не буду подходить к тебе так близко. Ты реально опасный какой-то тип. Все, мне нужен тот ключ. Мне нужен тот ключ. Он смотрит телек? Нет. Он ушел. Я боюсь уже идти. Давай еще посмотрим. Где он? Где он может быть? Цветы здесь есть? Телек вырубим. Чтобы не шумел. Как вы думаете, где он? Ключ здесь, интересно? Подожди. А где ключ? Мне заново его искать нужно? Это можно выключить? О нет, о нет, о нет, 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 тачка здесь стоит. Нет, нет, я застрял. Может, он меня... А, нет, он нашел меня, ребята. Там у него еще машина стоит. Ну все. Так, сосед, иди ложись спать. Мне это надоело. Беготня. Вот где его... Где он может быть? Быстро закрывай дверь. Меня здесь нет. Опа, опа, пробежал. Откуда он знал, что я вообще здесь рядом? Вот он, вот он. Куда он идет, интересно? Если я открою дверь, он будет рядом или нет? О! Он стоит! Он стоит, ребята! Вот он! Давай, иди отсюда! Он не видит меня! Он меня не видит. Фу-фу-фу. Так. Давай, давай, давай. Вот сюда. О, это на улицу выход. Пошли. Вот сюда. Опачки, опачки, я в гараже. Здесь капкан. Возьмем капкан, у меня... Он не берется. Как взять капкан? Лопата взялась. Лом есть, а капкан не хочет. Это только для соседа, я понял. Ведро, не знаю, нужно ли оно мне. Дверь не открывается в машине. Так, а здесь? Здесь тоже заперто. Хорошо, уже что-то у меня есть. Что за штука? Опачки. А что я сделал? Не знаю. Может, вентиль? Нет, вентиль не работает. Уходим отсюда, здесь очень опасно. О, здорово, сосед, да подожди. Я открыл дверь. А, вот я понял, что я сделал. Уходим, уходим, он за мной, он за мной. Я уже почти у себя дома, сосед. Ты чего там? Фух, он не идет сюда. Хе-хе-хе. Да, соседушка. Смотри, какой сосед у меня хороший живет. Я угоню сейчас твою тачку, вообще уеду на ней кататься. Сосед, сосед, у меня есть лопата и лом уже. Я не боюсь тебя. Иди, иди. Я посмотрю, куда ты пойдешь. Так, он пошел. Я хочу на второй этаж. Посмотреть, что здесь. Ужасы, ужасы здесь какие-то творятся. Зачем он эту штуку сюда поставил? Так, что здесь? Здесь что-то не открывается. Ничего себе у него комнат. Что здесь? А, здесь я был. Угу. Так. Так. Ваза какая-то. А-а-а! Что здесь? Какой-то клей? Унитаз? Яд? Какие-то, не знаю, у него тут какая-то больница, что ли? Ну что, опыты тут проводит? Так, ну, дверь откройся. Не хочет открываться эта дверь. А, нет, он здесь, он здесь! Что?
Сосед, откройся дверь, нет! Он меня поймал, и у меня 5 ничего нету. Подожди, а я хоть выйду отсюда, да? Подождите, у меня же дверь была заколочена, она до сих пор заколочена. Мне нужно, наверное, взять ломик, отбить эти доски и найти красный ключ. Чтобы я себе домой куда-то мог попасть. Правда, я без понятия, где его искать. На втором этаже у меня наблюдательный пункт есть. Так, ну что, ребят, давайте на сегодня мы на этом закончим. Здесь, я думаю, будет очень много тайн. Смотрите, сколько у него этажей. Я только на втором был. А здесь их вообще 5 этажей. Думаю, будет много чего интересного. Так что, я думаю, мы здесь еще хорошенько повеселимся с этим соседом. На сегодня, ребят, это все. Ставьте лайки, если вы хотите продолжения. Подписывайтесь на канал Cool Games. И до новых встреч. Всем удачи и пока-пока.